В выставочном комплексе «Артишок» открылась ежегодная выставка, посвященная Дню города. В этом году Химкам исполняется 85 лет. Здесь представлено 20 полотен. Художники изобразили достопримечательности городского округа и не только. Они показали нам разные жанры, разные работы в разных техниках. Это и натюрморты, это и пейзажи, что они вот чувствуют, как они хотят отобразить любовь и свое отношение к нашему городу. Авторы картины – художники серебряного возраста. Все занимаются в мастерской проекта «Активное долголетие». Для каждого из них рисование – это больше, чем увлечение. У нас есть педагог, профессионал, который очень-очень деликатно нам подсказывает, нас подталкивает на правильный путь. Много всяких тонкостей в живописи. Марина Троицкая – не профессиональный художник, любитель. Начала рисовать 7 лет назад. Сначала работала акварелью и гуашью, а потом перешла на масло. Сейчас вдохновляется работами именитых мастеров и путешествиями по России. На выставке у нее 5 картин. Вдохновляет, конечно, красота природы. И хочется эту красоту показать, открыть ее и вложить маленький кусочек своей души туда и показать людям, какая наша страна красивая и необъятная. Выставка «Взгляд истории в искусстве» проходит при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». На открытии экспозиции присутствовали депутаты Инна Монастырская и Александр Васильев. У нас много мест, которые запоминаются, которые могут ассоциировать Химки. Раньше мы Химки ассоциировали ежами. Вот всегда считалось, что как мы ежи видим в Шереметьево, это Химки. Но у нас же очень много. Там бассейн, железнодорожные мосты прекрасные. Поэтому замечательная выставка. К слову, для участников «Активного долголетия» это уже вторая выставка. Она продлится до 22 сентября. Посетить экспозицию и вдохновиться красотой Химок может любой желающий. Олег Тюрин, Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.